Сегодня исполнилось 86 лет митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве в миру Владимиру Кедрову. Он родился в Рязанской области в семье потомственных священнослужителей. В 1976 году стал епископом Чебоксарским и Чувашским. В 1984 году был возведен в сан архиепископа, а в 2001 в сан митрополита. Сегодня владыку Варнаву поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. При активном участии и огромном вкладе владыки Варнавы Чувашская митрополия восстановлена 7 монастырей, Чебоксарское духовное училище, открыты более 200 приходов. По благословению митрополита в епархии создан православный миссионерский центр. Открыты дома милосердия для престарелых и обездоленных прихожан. Для многих он стал родным человеком. Несмотря на почтенный возраст, владыка постоянно служит, ездит по епархии и встречается со многими людьми. Вот и сегодняшний день он провел в храме новомучеников и исповедников российских в городе Чебоксары, где совершил божественную литургию. Поздравляя митрополита Варнаву, глава Чувашии отметил проводимую им большую и важную работу по сохранению духовных и культурных традиций, достойного воспитания подрастающего поколения.